Прильоти Восточний. Сейчас мы находимся в Макиивка, недалеко Кимик зовут, и очень много прилет сейчас, очень много дома под обстрел и разрушено. Мы будем снимать вас полный репортаж, будет скоро, но мы сейчас пытаемся как безопасно. Но украинские стреляют на мирные люди, на Макиивка очень сильно сейчас. Я ее помыть хочу. Сейчас. Это уже семь прилет недалеко мой. Это уже при вас семь. Колесо, я посекло, блядь. Раз бензин, блядь. Сейчас родителям дают. Мама...